Вовочка спрашивает в аптеке, у вас есть какое-нибудь обезболивающее средство? Фармацевт. А что у тебя болит? Вовочка. Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание. Школа, урок биологии. Дарвинизм – это теория эволюции, согласно которой, например, все люди произошли от обезьяны. Вовочка. Не все. Почему ты так думаешь? Вовочка. Посмотрите на Машеньку, она еще не произошла. На уроке математики. Вовочка, сколько будет 2 плюс 2? 8. А 10 плюс 4? 22. Кем работает твой папа? Официантом. То-то я смотрю, ты как-то странно считаешь. На уроке биологии. Дети, какие грибы растут под осиной? Подосиновики. А под сосной? Вовочка. Подсосники. Учительница не может успокоить класс, кричит, значит так, считаю до 10. Вовочка, как для учительницы математики, слабовато.